Похищенное поколение. Откуда эта тварь так успела? Откуда у дьявола столько знания того, что нужно этому поколению? У сатаны есть откуда-то информация и откровение того, что должно происходить именно сейчас. А бесы и демоны и дьявол все знают, что должно происходить. Если бы они не знали, то мы бы не наблюдали такого тотального похищения вообще нашего поколения. Поколение похищено чем? Всем. Посмотри вот тут. Демоны и бесы знают, что они не будут видеть никогда, до тех пор, пока пророчество не будет высвобождено. И поэтому я увидел этот род войск, представленных пророком, чтобы видеть и слышать, что они говорят. И когда церковь не берет то, что Бог говорит, и то, что Он сказал наперед, и то, что Он хочет выплывать через музыку, молитвы, трансы, знамения, чудотворения, очень уникально это подхватывается духами, извращается и выдается в наше поколение. Но выдается не с Божьей позиции, все выдается извращено. Богу нужны люди, которые, несмотря на сколько это ненормально и радикально звучит, чудотворение, камни, трансы, ангелы, перья, зод, несмотря на сколько это странно звучит, порталы, движение с Богом. Пророки – это люди предсказывающие, дьявол отслеживает их. И если церковь это не делает, дьявол покупает эти земли. И потом, когда мы увидели, о нет, а нам что, а вам что? Потому что ты был слеп, глух. Все, что имеет дьявол, это то, что вчера должна иметь церковь. Слово, высвобожденное от Духа Бога, это живая материя, которая предназначена для творения. Которая, если не будет использована церковью, то это откровение будет захвачено не духами тьмы. Затем оно будет извращено, изуродовано и преподнесено этому поколению в абсолютно другом свете. Пророки выглядят тупо, страшно глупо в свое время, когда делают шаг в будущее. Но потом уникально то, что наше поколение полностью готово принять эти духовные откровения. Потому что Дух Божий приготовил именно это поколение, именно для этих откровений. Пророчество – это живая материя, оно высвобождено от Бога Духом Святым через своих служителей. И это слово, оно висит в атмосфере. Это знание, откровение. Если церковь его долго не берет, мы знаем, кто его берет. Наше поколение – быть родителями следующим. Быть охраной, покровом, защитой. Тем, которые сейчас уже на этом детском уровне уже и ноги доращивают, уже и позвоночники выравнивают. Бог знает, что Он с них хочет делать. Твое дело, даже если ты не понимаешь, спокойно охранять. А церковь должна полностью измениться, чтобы и явить своего Бога живым рядом, чтобы это поколение могло возвратиться к живому Богу. Бог, подними своих пророков. Бог, подними своих пророков. И когда поднимется поколение, которое откроет небо так мощно, что у них не будет шанса, как войти в славу Бога. Разложившиеся тела будут восстанавливать. Люди будут ходить в видимом огне. Человек всегда будет увлечен Богом, если показать Бога. Расслабились, спокойно дышим и исполняем волю Бога. Потому что должна подняться настоящая церковь. Все, что делал Иисус, нельзя было подтвердить Писанием, потому что этого не было. Все, что делали ученики, нельзя было подтвердить Писанием, потому что этого не было. Все, что должен делать ты, это то, что не должно подтверждать, потому что ты будешь делать что-то намного новое. Слово – это наша платформа, слово – это наша пища. Но Бог создал тебя личностью, и Он сказал, я сотворю что-то новое через тебя. Что-то того, чего глаз не видел и ухо не слышало.